друзья ездили на рыбалку и нашли в лесу такой вот дот. И здесь, смотрите, венок и табличка. Дот номер 123 Полоцкого укрепрайона. В память о героях обороны Полоцка. Молодцы, молодцы люди, что помнят, чтут, делают вот такие вот таблички, возлагают венки. Память наших дедов надо чтить и помнить, что люди умирали за наше будущее. И вот посмотрите, какое строение. Этот дот, я так понимаю, был взорван немцами после того, как они смогли его захватить. И чтобы его не использовали в этих местах партизаны, его просто-напросто подорвали. Смотрите, насколько толстые стены. Это сколько надо заложить было взрывчатки, какой заряд нужно было использовать, чтобы вот это все взорвать. Очень, очень такое серьезное здание. А это еще нужно было построить. И вот бойница. Красиво, конечно, такое красивое здание. Постройка. Умели раньше строить. Мощное, конечно, здание. Прошло сколько времени, и оно даже взорванное стоит. А здесь вот видно была линия окопов. Которые подходили к доту. Там чуть дальше река, собственно, куда мы приезжаем на рыбалку. Вон окопы. Да, тут получается по берегу реки идут окопы. Почтим память погибших, защищавших нашу землю. Сейчас попробуем зайти внутрь. Внутри уже навряд ли что будет хорошо видно. Дот, похоже, пулеметный был. Бойницы небольшие. И их всего лишь три. Вот, берег реки. Да, чем его, интересно, подорвали? Такое мощное сооружение. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья.